Привет, я Андрей. А я Злата. И мы представляем вам наш десятый космический класс. В космос мы слетать еще не успели, зато достигли многих вершин, которые позволят нам шаг за шагом достигать наших целей. К примеру, совсем недавно мы познакомились с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Он рассказал нам о своей нелегкой, но очень интересной работе. Также наш класс успел поучаствовать во всероссийской акции «Диктант здоровья», отстояв честь нашего лицея на всю Россию. И это всего лишь за месяц. В любой команде должен быть свой наставник, который направит команду и поможет достичь поставленных целей. В нашем случае это наш классный руководитель Гатия Тулина Асия Абдухаевна. Асия Абдухаевна, а каково это быть учителем одного из первых в России космических классов? Хотя порой мысли мои иногда выглядят так. Пошлю его на небо за звездочкой. Могу смело сказать, что быть классным руководителем первого космического класса сложно, ответственно, но очень интересно. И я надеюсь, что нас ждут впереди много покоренных вершин. Ну а пока 3, 2, 1... Поехали! Желаю вам доброго полета!